Итоги матча подводит главный тренер хоккейного клуба «Витязь» Кравец Михаил Григорьевич. Михаил Григорьевич, поделитесь своим мнением о сегодняшнем матче. Ну, для нас была очень принципиальная игра, я думаю, так же, как и для «Северстали», потому что и та команда борется за выход в плей-офф. Мы знали, что «Северсталь» достаточно уверенно, хорошо играет и дома, и на выезде, поэтому настраивались на серьезную борьбу. Молодцы, выполнили все. Отлично сыграл вратарь, все четыре звена внесли свою пользу. Что вы сказали ребятам перед третьим периодом? Перед третьим периодом сказали, чтобы они не паниковали, не откидывались от шайбы, продолжали играть, как мы играли в предыдущие два периода. Просто чтобы сыграли попроще в обороне, выводили шайбу и в то же время не теряли ее на синей, чтобы не было контратак. Спасибо, с победой. Спасибо.